Меня зовут Сырцова Зоя, я представляю женскую любительскую футбольную лигу «Пантеон». Поскольку скоро праздник, хотела бы вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого лучшего и самого интересного. Ну а что происходит у нас в лиге, я хотела бы рассказать вам. У нас в этом году было 3 чемпионата. Это зима, это весна-лето и это осень. Замечательно прошли все сезоны и, конечно же, мы не могли не записать и не запечатлеть самые лучшие голы. На данный момент это 57 лучших голов, которые мы признали нашей женской любительской футбольной лигой. И хотели бы вас, мои дорогие, самые замечательные, самые яркие, самые красивые наши красочные болельщики, болейте за наших девушек, которые изначально представляют из себя это актрисы, модели, певицы, дизайнеры, фотомодели, ведущие. Вот. Но на данный момент они не просто являются представительницами своих профессий, но и активные участницы социального проекта «Футбол против наркотиков, против расизма» и также безумно красиво играют в футбол. Поэтому смотрите наши ролики, ставьте лайки. Ну и, конечно же, мы в конце обязательно самого яркого и активного болельщика наградим вкусным подарком.